Господи, тогда мне, Господи, помилуй меня. Колокол тревога. 5 раз. Что в это время делать? Кто бы не был старше, если воспитателя никого нету, направление вот такое. Все до одного ребенка обязаны бежать бегом вот к этим воротам. Дальше проходите по футбольному полю, вон там строения, которые стоят, за строение, и вас уводят. Это на нас напали. Вот они приходят разговаривать. Дежурный один. Ему задание простое. Молиться, стоять и не разговаривать. Допрашивайте его. Где начальник лагеря? Кто у вас тут главный вообще? Мужчина, вы будете с нами разговаривать? Глухонемой явно, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А где Игнатия Тихоновича найти? Полицию, участковую. Здравствуйте. Штохина фамилия. Добрый день. Разговариваете? Так ему по дискорду вызвать. Не разговариваю. Здравствуйте. Это лагерь или нет? Поплыли, поднялся ветер, 14 детей утонуло. Да говорят, еще не всех нашли. Сейчас проверка будет. Президент дал указание проверить все лагеря, к нам обязательно приедут. Это полиция Шевченко, Николаевич. Пожарный взвод. Добрый день. Сергей Геннадьевич. Здравствуйте. О проведении проверки в связи с поручением полномочного представителя президента Российской Федерации. Устав христианского православного детского трудового лагеря «Стана». Пожалуйста. Ну, вот видите, здесь нет ни подписи, ни печати. Для пожаров какие у вас меры? Скажите, а вот о канализовании у вас как здесь осуществляется? Молочные продукты, да, у местных жителей покупают. Вот, а у них сертификат спрашивают. А спасательный жилет имеется? Имеется. Имеется в количестве. Так, а акт о разрешении пребывания детей здесь есть? Роспотребнадзора какой-то документ? Ой, а какое разрешение? Повторите, пожалуйста, еще раз. Это лагерь «Стан», палаточный. Я понимаю, я вас понимаю. Да. А разрешение у вас? Ну, какое разрешение? Это 45-й год. Он разрешение благословения епископа. Как их разрешение? А двух общин. Имеем право образовывать. Это принято решение. Так у вас трудовой лагерь или палаточный? Нет, трудовой лагерь «Стан». Трудовой лагерь. Лагерь «Стан». Хорошо. А у вас ребятки купаются? У вас разрешение есть? На купание? Да. А какое разрешение на купание? Мы тоже должны. А водоем Божий, дети Божьи. А у кого брать разрешение? Так, давайте наш лозунг. Внимание. Россия должна встать! Россия – это мы! Вот и все. Теперь бери их за рук 20. Я не подписываю. Вы, пожалуйста, это учитывайте, что я просто не подписываю, и все. Не согласен, не согласен, даже не говорю. Я открыл все двери вам. Скажите, от подписи отказался. Мы это вам не разрешим. Вы должны жить по нашим нормам. Так ваши нормы составлены под ваши миллиарды, которые вы наворовали-то. Роснадзор выполняет заказ антихриста сегодня. Сумки с водой, с едой, и мы уходим совершенно вон в те леса. Вот туда уйдем. Там мы найдут лага, знаем, где-то очень хорошие схроны можно сделать, скрыться. С той стороны, где угодно. И не проехать, и не найти. Это против народа все правила делают. А вы сами своим послушанием острим это.